Всем привет, друзья! С вами Коля, и это канал Кириллов Геймс. А мы продолжаем нашу серию про Арк. У нас сегодня будет подготовка к очередному боссу. Ну или повторному боссу. Я, правда, еще пока не знаю, какому. Либо это будет дракон, либо это праматерь. Либо это может быть кто-то еще. Что у нас тут? О, цементная паста и куча всего-всего-всего. Так, ладно. А может быть, будем кого-то приручать из подводных. Из подводной живности. Тоже, кстати, как вариант. Так, железа у нас хватает. Это у нас хватает. Кстати, а что у нас по поводу страйдера? Так, это наш страйдер. Так, ну ладно, в целом у нас все есть. Можно попробовать. Так. А, он даже бегает быстро. Прикольненько. Так, у нас кто есть? Кто есть? Кто есть? Или кто нам нужен? Ну, мегатерия. Угу. Так, ладно. Так, где у нас все наше добро? У нас все на третьем этаже. Здесь. Так, что мы отсюда забираем? Так, молот Тора нам не нужен. Дротики, ружье. Арбалет. Арбалет. Так, давай возьмем с собой немножко. Немножко говорю. А, у меня сюда. Ёпарас, это у меня сюда он сразу попал. Так, давай штучек 16 оставим. Так, это у нас глина. Это нам не нужно. Это нам пригодится. Это у нас здесь, это у нас здесь. Здесь у нас что? Здесь у нас пусто. Так, это у нас сколько? Кстати, у нас же манаги там. Угу. Так, это у нас лично магия, это не то. Давай, что ли, Рекса возьмем с собой. О, вот этого возьмем. Он у нас самый сильный, вроде как. Так, и для путешествий нам кто нужен?
Привет. Так, а для путешествий... Кстати, что у нас этот мейвинг? А, ну он достаточно... Достаточно... Ну, блин. Оп. Оп. Нам нужны будут... А кто нам нужен будет? Даже не знаю, кто нам нужен-то. Так, это телепорты, это не то. Это все не то, это все не нужно. Будем так передвигаться. Глядишь, получится побыстрее добраться. Так, нам, кстати... Кто нам нужен? Нам нужны ютики, по-моему. Ютиранусы, насколько я помню. И не только. Так, это тоже чья-то база. Да, пока ничего не делаю, пока думаю ресурсы собрать, чтобы на босс сходить. А так пока не знаю, может быть сейчас начну чем-нибудь строить, мудрить. Посмотрим по настроению. А ты что не... А, время-то уже до хрена. Ну да. Хотел спросить, ты что не заходишь? Точно. Может быть, кстати, сейчас это какую-нибудь подводную живность. А что, здесь не стал с нами? Или неинтересно? А. Понятно. Понятненько. Так, что у нас тут есть-то? А. А, ты на X1 имеешь в виду то, что на Мегапитека? Ой. Ой. Не тот. Или тот. Ну, это тоже неплохо. Так, ягоды я выкину пока. Ягоды мы успеем собрать.
Пойдем погуляем. Пособираем ресурсы. Нам все равно нужен... Как он называется-то? Точно, органический полимер. Так что походим тут, пошлындаемся. А, ну это нормально, то что... Тем более на X1 10 часов это немного. О, здорово. А я за тобой. Так, что у тебя? Да, есть. Так, это мы выкидываем. Это мы все выкидываем. Это нам все не надо. Это пускай будет, это пущай будет. Во. О, еще один. Ну, а мы пока полимер будем собирать, потому что полимера у нас нифига тут нету. Нужен полимер, нужны кожи, нужны парашюты. Ой, не парашюты, а как он называется? Короче, спинозавра. Хренотень. Вот. Может быть. Кстати, да, может быть тоже сейчас это вылупим кого-нибудь. Но это не точно. О, здрасте. Покачаем уровень. О, сзади. Слушай, а тут много этих оказывается. Трупиков, которые нам нужны. Еще и рыбку тут пособираем. Тоже пригодится. А, он уже почти это... Почти перевес. А чё у тебя так? А, понятно, мясо. За счет мяса и тухлятины. Ну и ладно. Нам и так нормаль. Но. Так, а чё, всё? Полимера нету больше? Ну, с сёдлами, да. С сёдлами проблема. Это, кстати, не только у тебя, это и у меня здесь тоже. Я не знаю, где их добывать. Нужны эти рецепты сёдел, а их нема. Так, стоять. А, у тебя веса мало. Понятно. Так, это мы тоже выкинем. Ну, пойдем. А для альфа-паучихи рексы, да, нужны? И ютик. Так, что, все, что ли? Здесь больше нет никого? Мысли. Не знаю, здесь на разных этих аренах, в разных местах призывать. О. Сожрем тебя.
Привет, привет. Как дела? Как жизнь молодая? Так, крокодилыч. Так, еще одну кожу получил? Нет. Да мы вас всех сожрем. Вы чё? Так, это у нас кто? Тоже непонятно кто. А, во, нашел. Так, это есть. В какой пещере? Что такая за волшебная пещера, ну-ка? О, спинозавр! Здорово! А я к тебе, а ты от меня. Собака такая, а? Сзади подходит. Да. Я ж тебя сам загрызу. Так, где сумки? Иди сюда. Грызть буду. Да я уж понял, сейчас с этим и займусь, потому что седла нужны. Даже... Так, оп-оп. Да уйди ты. Ну, в смысле, не ты, а вот ты. А я чё, не... А, у меня же здесь, в этом... Стоп, а где... Я чё, не забрал? Блин, чёрт. Фак, 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 фак. А где я этого-то загрыз? Где-то здесь, по идее. Так, мне нужно... Так, это у нас что? Это у нас не то. А это у нас что? Тоже не то. Жалко. По через L смотри. В смысле через L. Ты имеешь в виду вот этот? Через ентат режим. Я до сих пор не могу разобраться в этих режимах, если честно. Какой зачем нужен, для чего. А, он пока... Ну, этот живность всякую показывает, я понял. Так, через такой, что ли? Английское у меня вот, он дает, что открывает. У меня журнал. Так, надо вернуть на место. Собрал все норм. Не понял, в смысле закончился.
Не понял, ну да ладно. Так, а я тут искал этих трупики животных. А, во, нашел. Да я не знаю. Я тут недавно только узнал то, что, оказывается, могут быть там двое из одного яйца вылупляться. Так что я даже хз, если честно. Сколько может? Ну, тройня-то вряд ли. Серьезно, даже тройня может. Ну, это вообще какая-то жопа. Ентагды какая-то жопа. Но шанс-то есть в любом случае, даже если он и маленький. Так, ты у нас уходи. А, для мутации. Ну там тоже, по-моему, там несколько максимум мутаций может быть. Насколько я знаю. Ну, тоже шанс маленький. Получается. А три мутации это максимум на родословную? Так, пингвины имеются тут? Или все сожрали? А где пингвины-то? А, во, есть. Пингвины есть. Всего 16. Блин, проще тогда мегатерия взять и этот. Ну ладно, давай сейчас с этих соберем. А я, кстати, ну, тоже, кстати, сейчас попробую вырастить динозаврика Рекса. Так, ну-ка, свали отсюда. Так, это не те. Уйди. О. Терезина, подожди. Кого терезина норм фармит? А, ну не знаю. Ну что, посмотрим. Я что, наступил на тебя, что ли? Так, это мы убираем. Так, и мы это мы выкинем. Это тоже выкинем. Так. А терезина это... Это, я что-то не помню даже, кто это, если честно. Мэйвинг. Давай вы это. Вылази. Что значит слова?
А, все, я понял, понял, понял. Это которых я сейчас только что там на болоте это фармил. Я понял. Ну, богомолов-то я знаю, где искать. О. О, здрасте. Тут кто-то тоже разводит живность всякую. В смысле, их можно приручать? А, фига себе. Хм, прикольно. Ну и чё? А, во. Во. Давай ползи. На паучиху ты здесь? На, ну, на этом сервере? Или на своем, на каком-то? Оп. А, да ладно. Уж. Тем более там же нужно уровень прокачивать, чтобы это ходить на боссов. А у нас с уровнями пока проблемно. Так, полимер я достал. Здорово, Ренат. Здорово, здорово. Так, что я хотел, подожди. А, я вспомнил, что я хотел. Так, ты у нас 401 уровня. Так, а ты у нас кто? Мальчик? А, девочка. То есть тебе нужен мальчик какой-нибудь. Так, 395-й, 414-й, 399-й. Так, это мадам. Серьезно? Мадам. То есть мужики только вы, что ли? А вот, кстати, хороший вопрос.
по поводу... Так, поведение, включить спаривание. Поведение, включить спаривание. Сколько вам надо времени на спаривание? Подобрать Чейси. Я-то думал, там что-то это долго. Пойдем закинем. Ой, да хрен... Чиву? Это что такое? Яйцо Бладсталкера. Гига. Тектиранозавр. 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 Что он тут вообще какую-то... Это дичь начал. Тектиранозавр. Блин, ну давай я теперь тоже сюда своего запиндюрю. О. Мой будет 399, 397. Да, вот этот. Будем смотреть за ним. Сколько по времени? Неизвестно, да? Инкубация 96 из 100. А 341, 354, 354. А почему так? Что-то непонятные какие-то значения у них. Ну да ладно, хрен с ним. Да, потихоньку, помаленьку. Где мага, я не знаю. А, да это я сейчас отключу. Так, поведение, отключить спаривание, поведение, отключить спаривание. Ну, на самом деле, я сейчас думал сгонять в пещеру, если честно. Хотел сгонять в пещеру. Где? Ага. Вот, хотел там полазить, посмотреть, собрать эти... реликвии. А это скины. Это виверны. Огненная виверна и обычная виверна. Вот. Так что вот такая вот жопа. А, я вспомнил, что я хотел и куда я хотел. Сейчас гоняю в эту пещеру, пособираю. А потом я хочу... Тут же где-то посередине карты в воде есть тоже там пещера какая-то, насколько я помню. Но я в нее еще не лазил. И мне вот интересно, что там за пещера такая.
Например. Кого? Не, я за любой кипиш, кроме голодовки. Вы мне скажите, то кого? Кого приручить? Морскую живность? Тираннозавр есть. Можно, кстати, это сгонять, посмотреть. Может быть, реально тираннозавра какого-нибудь этого меха посмотреть. Но на него нужно много этих. Как он называется-то? Так, это лук. Но нужны... как, блин. Забыл, как называется-то. А, ну, скажем так, сильные. Очень выносливые тираннозавры. И желательно 200 уровня. Чё, коль я случайно в пещере композит брони на 1000% брони увел. Фига себе. Нехило. Ну это редкость, это редкость. О, улучшенный пистолет. Тоже веселая штука. Так проблема в том, что я ледяную виверну, я даже не знаю, где она находится. И что с нее... И как ее приручать. Так, гиенодон. Я бы с удовольствием на Рагнарке. На Рагнарке. Не, в принципе, почему нет? Можно сгонять. Найти ее. А, у нее красть яйца надо. Что-то мне кажется, что получится так же, как с громовой тогда у меня, когда я сдох. Я понял, я понял. Ну, так, это что? Трицератопс, да? Да, трицератопс. Конечно, прикольные седла тоже, но не то. Ну, в принципе, можно. Чё-чё? Опять же, не разбился нас, нет? Да не, я не то чтобы не разбился, я, в принципе, ну, у меня этот есть, как он называется... Экзоскелет, скажем так. Так что я теперь нормально. А они что, не агрятся? Что такое? Коллиматор на прицел. А кстати, те... Тех рексов с обычными можно это скрещивать, нет? Или нет смысла? Чё, подожди, если бы у тебя не было...
хотя не было же кейпакта. Это что? Так, куда лететь-то? А, вот сюда. Во. Здесь есть. Скорпиона. Мамонта. Ой. И куда он пополз, поплыл-то? Слышь ты. Я ж тебя так заклею. О, здорово. Ну, это тебе повезло просто. Наверное. Еще седло такое же. А, точно, ты же не стреляешь. Я забыл. Я и забыл, что он не стреляет под водой. Да. Есть. Хотя что ты имеешь в виду под этим? Давай, добрый. Добрый. Так, тут у нас ничего нету. Ничего нету. Погнали тогда отсюда. Кто? Какая тапа? Так, тут ничего нету. Тут тоже ничего нету. Какая тапа? Что это? Тапожор. Я такой не знаю. Нет. Это кто? Нет, таких у меня не было еще. Так, прокопала. О, бейсбольная бита фиолетовая. Прикольная. Это, подожди, это не тот, которому там навешивают, как он там, пулемет или чё он там? Не, не он.
Трехместные седла. А-а, не было такого еще. Ну, давай это приручим, в чем проблема. Погнали. Так, сейчас мы тут посмотрим, если мы тут по дороге соберем все оставшееся. Отстань. Так, нам не сюда, нам не сюда, нам не сюда, нам в другую сторону. Так кого приручать-то? Вы уж определитесь. А что, их в сеть нельзя запихнуть? Или они не поддаются сетке? Так. О, надо и был. Ничего, как я. А, вы тут 700 уровня. Ну вас нафиг, товарищи. При строительстве. Интересно, интересно. Ну давай глянем. Так чё, кого, ледяную виверну или этого? Определяемся. Пока есть время. На Рагнарь за дропами. Ну, тоже. Ой. Извини, извини, извини. Не хотел. Так, ну понятно. Значит, мы на Рагнарёк 100% уже ползем. Там либо мы дырим... Ну чё, красавчик. Чё тебе не нравится такой? Эти бузочки. Супчики, которые на согрев... А, Десмода, да, тоже такое не совсем приятное рыльце. А что ты хотел от него? Он в темноте не видит. Точнее, наоборот, в темноте видит. Или не видит. Хрен его знает. Слушай, а это как раз и есть, да, ледяная виверна, нет? Это же не тропическая. А, тропическая. Йотунхейм. Ой, да ладно. Так, я думаю... Ой. Так, Десмода мы берем с собой, правильно? Он нам нужен будет. Ну, плюс-минус, там где-то, если я не ошибаюсь, где ты мне показывал. Ты, по-моему, мне показывал. Могу ош обшибаться. Так, дожди, давай нам вот этого вот. Третий слот. Да, вот этот. Это мы заберем. А, не забирается, я же забыл. Так, это у нас что? Оружие и одежда. Так,
Оружие и одежда. Ну давай, скинем сюда. Так, это сюда, янтарь сюда, дробовик сюда, бита сюда. Сколько тут места еще? А, еще три, да? Супер пистолет сюда, и это сюда. Давай лук сюда. Здесь у нас что? А, тоже. Так, ну давай сюда закинем оставшиеся. Так, это. Вот ента. Это сюда. Чертежи сюда, это сюда. Прицелы. Седло. Так, сейчас, секунду, чё. А, ну я в нее не играл, но уже наслышан про нее, про эту игру. Так, а что у нас здесь? Здесь мое, да, что-то было? А, да, смотри-ка. О, у меня еще здесь есть. Прикольно, прикольно. Форест? Что за форест? Так, а давай... Так, у нас... это сюда, это тоже сюда закинем. Артефакт охотника у нас здесь, здесь у нас охотника. Артефакт силы. Здесь этот навоз несчастный. А, кстати, точно. Подожди, а сколько он тут хранится? Спорт через 31 минуту, а так он... Слушай, а ничего не меняется. Он, походу, его в холодильнике нельзя хранить. А в этом можно? Не, нельзя. Да что за форест? Что-то я не въеду. А на фьорде он есть? Они ледяные. Так, вот это, кстати, надо забрать. Это мы тоже сюда сразу скидываем. Это нам не надо. Нам нужны еще... Я вспомнил, что нам надо. Нам нужны дротики. То бишь, нам нужны пули. Пули у нас... А, пули у нас есть. Сеть у нас есть. Сеть есть. Это есть. Глина сюда. Так, вот это сюда. А, в параллельном мире. А, да, я забыл, как он. А там, подожди, на ком? Подожди, а что за согревающие эти? Я понял, про что ты говоришь.
Я понял. Так, а я же хотел эту... так, ты и вылупить яйцо. Здравствуй, Рексик, здравствуй, Рексик. Первый ж будет. Так, иди сюда. Трым-трым-трым-трым. Отлично. Так, через сколько тебе уделить внимание? Через час. А, ну нормально. Нормусик. Так, у этого есть, у этого есть. Все. Пущай растет. Здорово, Егор. А да потихоньку, помаленьку. Так, согревающие супчики. Что для них надо? То урон. Это не то. Так, освежает тело, увеличивает защиту от жары. Это не тот. Это у нас что? Чтобы замедлить скорость потребления кислорода. Это тоже не то. Дожди. Так. Давай посмотрим. Арк. Супы. Рецепты. Готовка. Сейчас глянем, что там для них надо. У тебя как? Так, у меня, наверное, что-то помаленько залагало. Так, урон в ближнем бою, расход кислорода, защита от жары, защита от холода. А, во, фриакари. А, серьезно, всего-то? Так, сейчас... Это у нас выносливость, это у нас не то. Боевой тартар. 50% увеличения опыта. Так, уменьшает потребление воды, увеличивает... Незаметно с дикими... Так, это не то. Защищает прирученных динозавров от воздействия радиации. Это тоже не то. Это у нас что? Так, это у нас тоник. Хрен его знает. Ну, то есть, короче, мне нужно делать карри. Карри фрия. 10 таких, 20 таких. Понятно. В смысле, какие? Где? А, это я, может, накосячил. А чё, этот тековский, он хреновей? Сопротивление холоду 15. Понятно. Это у тебя что? О, минус 200. 88. Так, а что у нас там еще для водолазного тогда надо? Так, вот это. Вот это.
Так, а нам нужно... Нам нужно вот это, и нам нужно вот это. Если я не ошибаюсь... Нафига он тут что-то напихал. Ну-ка. Так, подожди. Что-то я это не посмотрел. Одну вещь. А, у меня... Где этот рецепт карри? Фу, карри. Вот он. Большая ложка. Морковь, кукуруза. Морковь, кукуруза, блин, нужна. Морковь и кукурузу. Так, не тот холодильник. А, морковь есть, кукуруза есть. Все, огонь. Да я понял, сейчас я еще этот... Ой, не то. Вот это и вот это. Сделается, нет? О, делается. Только штаны нужны? И все? Чё сет? Зимний сет нужен? Так, рецепты сюда. А, то есть штаны от водолазного, все остальное от этого, от зимнего. Теперь догнал. Сейчас я скину все лишнее. Угу. Так, зимний, да? Так, штаны у нас те. Так. 68, 63. Так, перчатки. Ботинки. У нас что здесь, кстати, есть? В зимний биом тырить яйца ледяной виверны. Так, что у нас? Перчатки есть, ботинки есть, штаны, тело нужно и голова, да? Тело и голова. А, это просто вид. Понятно.
Так, где? Тело. 150 берем. Ну и голову... Сейчас сделаем. Так, что там нам надо? Слиток металла, кожа, волокно, шкура. Мех, по-моему, у нас был. Могу ошибаться. Но вообще он должен был быть. Мех. Мех. Мех, ты где? А где мех? А куда мех делся? Да ладно. Неужто нету меха? Был же мех, я его лично тогда тырил. Слушай, ну это не тема. Так нельзя. А, во, мех есть. Так, ты у нас где изготавливаешься? В верстаке. Где? Голова? Вот она, голова. Так, вернись. Во. Супер. Голова есть. Конечно, там холодно ведь. Так, не то. Тета. Тета. Вот это. И нормуль. Так, от акваланга мы сбрасываем. Так, супец. Супец у нас сюдыть. И надо, кстати, еще еды взять. Тоже, говорят, тема полезная. Так. Слушай, а там летать, по-моему, нельзя, да? Или летать можно, но только на Десмоде? А, хилки, точно. Про хилки забыл. Целебный отвар, как я мог про тебя забыть? Так, это пускай стоит. Фернирка наш. Ну, давай, ладно. Так, ты у нас... Тебе у нас что? Выносливость, наверное. Так, ну что, погнали. Тирьям-тампам. О, здрасте. Чё прислал? О, нормально. Сейчас, подожди, надо скинуть. А, фига он тут надыбал. Всякого разного. Так, идем сюда. Сейчас кинем сразу. Вот это. Не знаю, нужно, не нужно будет. Посмотрим. Так, ну что, все, погнали. Отстань ты от меня. Так, чё, погнали?
Так, телепорт между мирами. Нам что нужно, получается? Асгард. Йотунхейм. Жеш. Нет? Или... Так, подожди. Асгард. Ванахейм. Или Баль... По идее, в Йотунхейм. Да? Ледяной биом. Это же Йотунхейм. Слушай, ты меня бесишь. Эх, погнали в Йотунхейм сгоняем. Вау. О, овца. Чего поместить еду, последний слот, чтобы покормить. Так, ну что, давай выжарим. Мир ледяных великанов. Ой. Ну, пойдем, сгоняем. Ух ты. Слушай, я тут не был еще. По-моему. В Йотунхейме. Ну вот какое-то ущелье, не оно. Мегатерия. Носороги. Понятно. Так, что, давай искать. Так, это у нас коняшки. Так, суп я выпил. Так, куда мне? Или это не тот суп? Ну, вообще, по идее, это тот суп. Съешь его, чтобы увеличить защиту от холода. Замедлить потребление еды длится до 15 минут. Ну, все то. Все верно, там гнезда. Ну, это логично. Так, я, кстати, был же в ущелье. Так что, по идее, мне как раз туда вот и надо было. Вот, вот это ущелье. Угу. Да еще виверн. Так, а еще тут, помимо виверн, еще есть... Блин, я Рекса не взял с собой.
Ой. Кажется, выносливость подвела. Не. Так, есть. Давай, ладно. Целебный отвар выпьем. Так, это какой-то красный лес. Это тоже не то. Я больше чем уверен. О, медведь. Так, он... По идее, этот биом, вы сказали, небольшой, правильно? Блин. Я как всегда... Сова. Так, давай попробуем наверх сгонять тогда. Ютик. А ты какого хоть уровня-то? Так я не кругами летаю, я смотрю, где виверны находятся. О, пещера какая-то. Что говорить, в пещеры лучше не залазить, да? Да ёпарсота. О, ютик. Икс. 54 уровня. А, тут завалено, я понял. Кстати, слушай, а по идее же... Сейчас посмотрим, работает моя идея? И работает. Че я тогда мозга себе компасирую? Можно же пролететь. Так, стоять. Вот это заберем только. Так, здесь у нас никого нету, да? А наверху они могут быть? Или нет? Ну, так я и смотрю, где кости. Я и поднимаюсь наверх. А, все, да? Mm-hmm.
Либо там вон, где кости еще. Давай здесь посмотрим. Так, это у нас не те. Только в ущелье. Но здесь в ущелье нету их. Они точно вообще существуют, ледяные виверны? О, Ютик. Ты же Ютик? Где он? Где он? А, вот он. 57-й. Не тот. Маленький. Так вот, я и смотрю, я и ищу. Везде. Я просто начал, на всякий случай туда сгонял, посмотреть, мало ли, чтобы там не упустить никого. А так я прекрасно понимаю, что они не в одном месте, то, что я там видел, и сейчас еще вот сюда полечу, тут посмотрю, тут, может, они есть. Так, там у нас ничего нету. Ну, а тут еще даже кто-то уже и построился. Так, чтоб не замерзнуть. Слушай, а на медведя, на босса, мы же здесь сюда ходили. Нет? О. О, нашел. Я нашел. Осталось найти гнездо. Какого уровня, виверна? 108. Yep. Не понял. Так, стоять. А чё я это... Да я уж понял, что они все скопятся. Так, надо это. Так, самое интересное, что я еще даже это, я даже яйцо не увидел. А где Верн-то? Ну да, я увидел, что они другие. Thank you.
Мне это не нравится. На меня тут опять. Ой. Главное не... А, на тебя уже не действует, да? Да я тебя так порешаю, слышь ты. Падай. Можно, конечно, и таким образом их дубасить. Ну, серьезно. А, это... X-Argentavis. Так. Когти мы заберем. Когти это надо. Так, нам что надо? Нам надо вот это сожрать и вот это сожрать. Так, а тебе надо жрачку накинуть. Да я понимаю, что яйца внизу. Так. Не здесь. Они вот здесь должны быть. Так. Но что-то я не вижу. Яйца. А, нет, увидел. Угу. Чё, берем и валим? О, 189 уровень. Да я сваливаю, сваливаю. Отстаньте. Мамаши, отстаньте от меня, пожалуйста. Я очень буду вам признателен, если вы от меня отстанете. We'll be right back.
Ой. Вторая. Отлично. Фух. Сохранил. Фух. Красота. Зачем я на эту решил сагриться птицу? О. Так, чё, вторую будем брать? Так, там еще есть виверны или на этом все пока? Угу. Там есть еще, да, виверна? А гнездо еще одно. Так, это вот одно гнездо. А чем она хилится-то, кстати, я что-то не помню. Едой же. Так, ну в принципе, 189 уровня, я думаю, нормальное яйцо. 189 же. Да, 189-й. Вроде. Да. Кого убить? Вот эту? Во. Ух ты, фига она хилится. Жестко, жестко, жестко. Так, что у нас? Похилиться надо, да? Так, здесь у нас нету. Так.
Так, обратно спускаемся. Так. Говорите. Да. Ну а чё я. Подожди, останавливаю здоровье. Ну. А чё он не это? То есть, а если. Так, ладно. Посмотрим, ничего не риснулось пока. Нигде. Так, летим дальше. Пробираемся. Ой. Полетели. Чуваки. А теперь сваливаем отсюда. Дайте мне выбраться. Да дайте выбраться мне. Не-не-не, это была плохая затея. Была очень плохая затея. Так, один есть. Осталась вторая, да?
ж ты, неадекватный аргентайвис. Все, кыш отсюда. Отпиваемся. Ну ладно, перебор так перебор, валим. 189, 153 пойдет. Да хиляемся, хиляемся. Ты был хорошим другом. Хочу. Вот теперь будет сейчас перебор. Там есть еще виверна? Блин, еще одна. А, нет, даже две. Че, не идти? Идти, не идти, идти, не идти. Здорово. Ну ладно, так и быть, уговорили. Тогда не пойду. А он в названии, название стрима есть. Я не помню, как он называется. Но было прикольно. Было охренительно стрёмно. Ну да, кстати, как вариант. Так, что у нас тут? Та-та-та-та, запад. Давай сюда куда-нибудь. Так, ну что, два яйца верно есть. В принципе, неплохо. Главное, чтобы они еще были разнополые. Будет вообще идеально. Ага, а чем их кормить? У меня такой вопрос. При выращивании. Мне что-то даже, кстати, интересно стало. Ух, ёптать. Не в той... Мясом, то есть они не как эти там. Ой, а я еще и голожопый. Прикольно. У меня штаны, оказывается, сломались. Ну вот я и говорю, молоко виверны, да? Поползли, поползли, смотри, как лагает красиво. Ну, ёпрасоте. Да дайте вы мне пройти. Слушай, у меня десмоды, это расходный материал какой-то получается. Не, ну привязку-то надо делать. Ну молоко, в принципе... Молоко же можно использовать любой виверны, правильно? В том числе и огненный. Слушай, хорошо, что я патроны забрал.
Ну, я и говорю то, что, в принципе, как бы это по барабану. Так, чё тут? Чё тебе не нравится-то? Чё у тебя перевес? От чего? Ай, блин. Так. Надо забрать. Чё оно тут растет просто так? А, точно, ну можно же так делать еще. Я и забыл. Так, у нас там, кстати, этот Рексик уже ж готовится к привязке. Так, мне, по-моему, туда надо. Да. Так, а чё я туплю? Ой. Так, чё у тебя? Это мы тоже заберем. Йент пригодится. Тоже пригодится. Да йент пригодится. И это пригодится. Так, вот это сюда. В смысле, я ж только что тебя заправил. А, я шлем заправил, я не то заправил. Подожди, какую няню? Оп. Эть, приземлились. Отлично. Только не успевает немножко прогружаться. Так. Закидываем сразу сюда. И одно, и второе. Так, у нас там Рексик. Тур-та-там. Так, сколько тебе тут еще? А, 21 минуту.
Хренаси ты. Жора-прожора. Ну ладно. Так, ну я надеюсь, мага, если что, их вырастет завтра. Серьезно, они об... Подожди, в каком инвентаре? Ты имеешь в виду вот здесь? В анаграммах? А, ты имеешь в виду Мейвинга? Правильно? Так. Отключить кормление. Поведение. Спаривание. Включить... бессознательных целей, смотри, так. Ну так, а они же это... Ага. Я понял. Так. Вылупить и вылупить. Я тогда вас... А. Так. Принять. Принять. Я пока вас в криоподы запихаю. Ща, подожди. Куда запихнуть-то их? У него где-то был его холодильник, который он запихивал всех, кому на этот, кто дети, кого надо выращивать. Сейчас найдем. О, сюда я тебе запихаю их. Пущай тут сидят. Так, это мы закроем пока. Ну, так быстрее спускаться. Даже что я хотел. А, в инвентаре. В инвентаре. Чтобы знать, как это выглядит. На самом-то деле. Так, давай глянем. Так, это моторная лодка. Это не то. Тоже не то. Тоже. Еще бы знать, как оно выглядит вообще. Это няня. Мне кажется, она, если она есть, то ее надо разучивать, нет? Даже давай здесь глянем. Так. А она Т
стековская, нет? Так, для отправки предметов выживших из существ на другой сервер для использования требуется тектограмма. Не, ну это есть. Тек-силовое поле. Для защиты от врагов. Ага. Чиву. Там по-любому где-то должна быть в самом конце. А, тут еще и 120 уровень. Текфляга. Так. Что такое модуль осадного оружия? Артиллерийский снаряд. Да все выучим. О, мрум. Так, магмозавра. Модуль развертывания щита. Защитный купол при снятии. Так, понятно. Неразвернутый мех. Прикольненько. Так, это инкубатор, мина. Ночного видения, противогаз. Гравитационная граната. Мост. Радиомаячок. Бронтозавр. Платформа, платформа. Слушай, может, ты что-то путаешь, не? Не могёт такого быть? Просто что-то я вообще не наблюдаю. Ничего такого. Похожего даже. Ну вот и я тоже думаю, потому что я как бы... Ну, сейчас посмотрим. Дойдем до конца. Это тренировочный манекен. Это не то. Не, нету. О. А, это Аббери. Или Аббери. Нажимная плита. Ковер. Манекен разгрузка. Ящик для боеприпасов. Металлическая коническая платформа. Тек-площадка для прыжков. Тек-мост. Тек-гравитация. Лук какой-то. Не, нету. Не, пока нет. Пока нет возможности. Скажем так. Ой. А что, десмода только это? Женского пола? Мужского нету? Так, а где у нас десмоды? А, десмодов у нас, в принципе, хоть отбавляй.
Так что... Так, надо это отремонтировать. Не здесь, по-моему, ремонтируется, нет? А, в станке. В станке. Не, ну, в принципе, я думаю, серия была прикольная. В плане того, что и тырили яйца ледяной виверны. Слушай, а мне тогда нужно будет сейчас для следующего захода еще... Так, мне порох нужен. И нужно много. Так, порох. Чё ты говоришь, кстати, тоже куп... А, нет, это у меня уже спрашивал. Я только сейчас увидел. Так. Порох. На ком? На реке это кто? На Рексе ты имеешь в виду? А, на тех костюме. А то, что мороз и солнце, ничего, нормально? Оно никак не влияет? Блин, только 103 уровень, до 120 еще как я не знаю до чего. Стойкость. Тебе грядка? Так мне еще нужен и этот. Как он называется-то? Тех костюм постоянно заправлять. Не, ну это уже завтра я, наверное, туда пойду еще раз, потому что мне нужно будет сделать эти патроны. А патрон придется делать много. В смысле, он автоматически заправляется? Серьезно, он автоматически заправляется? Слушай, а что нужно, чтобы этот целебный отвар-то делать? Какие реагенты нужны? А, я постоянно в него вручную, короче, этот кладу. Прикольно. А, серьезно, и все? Быть того не может. Я не верю. Что-то он тут это
намудрил такого. Сейчас посмотрим. 260. А, ну он по 10 штук, короче, делает. Понятно. Нам пускай делает еще. Хотя... У меня возникла идея. Ща, я хочу попробовать еще, знаешь, что он... Так, опять голодный. Так. Здесь у нас что? А, это другая хрень. Так, это выкинуть, это выкинуть. Вот это сюда, вот это сюда. Так, тухлячок. Тухлячок, 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 тухлячок сюда. Так, это мы выбросим. Это мы сейчас сбросим, это мы сбросим. Порох, да, нужен будет. Да, нужен порох. Ладно, ничего, у с маги не убудет. Я надеюсь, он не сильно обидится, если у него потырю чуть-чуть пороха. Так, где делается-то? Здесь же? Нет, не здесь. Не здесь. О. Пускай делается. Не, в принципе, прикольный. Очень даже. Ой. Забыл. Так, что у нас тут по привязке? Через 2 минуты. 341 уровня. Маловато, конечно, но что поделать. А, я же хотел вот что сделать-то. Сети. Полимер, волокно и слиток. Полимер есть. Так, полимер. Полимер есть. Волокно есть. Волокно есть. Ну и железный слиток тоже есть. Нам нужно... Ой. Сети. Прям без них никуда. Так, это мы скидываем, 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 скидываем.
Прям килограммы, блин, для дробовика. А что там нужно, кстати, для пороха? То надо будет на тот остров, да, сгонять? На огненный. А, ну все. А, ладно. Так, сейчас привязку дадим и, наверное, будем заканчивать. Это уже 2 часа прошло. Мегатерий, здрасте. Взросление 17,9. О, кстати ж, надо это вылупить, если они там. Там же как раз уже. Да. Че, будем вылуплять? Вылупляем, вылупляем, нет? Да, да, нет. Так, надо только эти взять. Криоподы. Криоподы, криоподы. Ну так их же в криопод можно убрать? Или они там помрут в криоподе? Если, допустим, завтра ими заняться. Вылупить-то их можно, нет? Ну, так я так и хотел. Я так и хотел. Так, а что у нас... Слушай, вот это прям 34, 35, 26. Вылупить. Вылупить. Красивый, кстати, слушай. И один, и второй. Так, где? Где? Так, первый. Через час 16. Ну, моя по-любому 189-я будет. Так, давай пока. А, ну сейчас смысла нет. И... У вас тут это... Яйцо. Так, хочет пройти на прогулку. Ну, пойдем на прогулку. Малыш, блин. Глазками хлопает. О, тебе тоже, да, надо в криопод. Пойдем. Иди сюда. Еще обезвоживание словил.
Слушай, а криохолодильник, я же... О, я же теперь могу пользоваться вот этой, нет? Да, путешествие на другой сервер. Точно, я же теперь могу... Чего, печь еще одна? А, ну ладно. Крех-холодильник же я могу здесь сделать, нет? И... Так, это седло для мозазавра. То есть тех седло для мегалодона. А где криохолодильник? Я что-то не вижу его. Текрепликатор есть, но это вот он и есть, текрепликатор. Техколонна. Слушай, я что-то слепой, походу. Я холодильника не вижу. А, вот он. Полимеры, кристаллы нужны. Полимер и кристаллы. Так, кристалл возьму и полимер тоже возьму. Да, лампу побольше возьму. Так. Это и вот это. Где холодильник? Вот он. Раз и двась. Во. Теперь нормуль. Я придумал. Ща. Так, это у нас что? Тех перекрытие, это не то. Выделенное хранилище, полимер, элемент. Подожди, тут этот вот ты имеешь в виду? А, трансмиттер. А, то есть он вообще ничего не требует? А это что за вакуумный отсек? А, прикол. И что такое теклюк? Да я уж понял. Так, ладно, сейчас это сделаю себе люк для захода в хату. Так, вот это и вот это.
и нормуль. А что такое модуль осадного оружия? А, это на этого. Все, я понял. А что, он сразу 4 делает? Понял, понял. Так, 4. Есть. Осталось вот это поставить. О! Все, нормуль. Так, холодосики. Ой. А что нужно для этого? А, он на этих работает. Понятно. Да, я уже понял, что нужен генератор. Еще посмотрим, что там для него надо. Где он? Т-генератор, слиток и элемент. Так, нет. Сюда. Так. Сейчас доделаем и все. И закругляемся. Прям секундочку осталось. Во. Так, ну вроде все. Да. Так, забираем вот это и забираем вот это. Все. Идея большая. Сейчас оценим, насколько большая. А, во. А. Ну, давай тридцаточку. Запитано же, запитано. Так, давай. Вот этот сюдыть. Рекса сюдыть. Виверну тоже сюдыть. Короче, всех сюда пока скину. Те, кто мне нужен будет. А это сюда. Это сюда. Я тоже сюда закину. Это сюда. Слушай, знаешь, что надо забрать самое главное? Оп-оп-оп-оп-оп. Вот это. Забираем. Надо кибл выключить.
это мы тоже забираем, это мы выключаем. Так, это мы закидываем обратно. Так, вот это. Вот это пущай тут валяется. Это и вот ента. Ну и все. А, супец. Супец забыл. Супец еще сюда. И еда. Еда, говорю. Ладно, что, на этом я буду... на сегодня заканчивать. Всем спасибо за присутствие. Надеюсь, все поставили лайки и прочее. Так, закрываемся. На ё-моё. Лично кровать. Все. Всем спасибо. Всем пока. Доброй ночи.